Я все равно попробую. Давай, давай, братан. Неплохо он мне так вписал. Привет, народ! С вами Пауч, это игра Майнкрафт на версии 1.7.10. И мы продолжаем выживать с магическим модом Таункрафт и модом Драконик Эволюшн, ну и другими вспомогательными модами. В этой серии мы с вами продолжим заниматься важными полезными вещами. Я добавил опять-таки мод Twilight Forest, но не для того, чтобы там проходить всех этих боссов. Но если кто-то попадется, мы, конечно же, выстегнем, да? О, а где мы все алмазы? А, не у меня почему-то. Окей. А для того, чтобы найти там опять дерево шахтера, добыть его сердце, этого дерева. И при помощи сердца дерева шахтера мы будем фармить кристаллы. Потому что кристаллы нам нужны в огромном количестве. Сейчас я все сложу, возьму с собой все, что необходимо, и мы с вами пойдем туда. Конечно же, прежде чем идти туда, я сделаю нормальный меч, который будет хорошо помогать. Так, ну, добыча — это, наверное, первое, что стоит поставить. Направленный удар, наверное, удар по площади, удар по площади. Ну, начнем с основных, а потом уже будем смотреть. Острота. Вот, уже удара по площади у нас нет. Заговор огня, отдача, вампиризм. Ну, я выберу вампиризм. Кому как нравится. Отлично. Бесконечный источник получен. Через один ставим цветочки. И желтые. Ну, можно все. Там даже сухие ветки, по-моему, подходят. Но у нас-то есть обычные цветочки. Поэтому что нам заморачиваться. Так, это сложим сюда. Возьмем один алмазик. И кинем его в получившийся водоем. Ух. А почему бы и нет, у нас достижения. Заработали мы. И еще одну орду. Супер. Супер. В общем-то, я сейчас заряжу палочку, возьму ее с собой, потому что за счет палочки восстанавливается одежда, которая на мне. И отправимся туда. Палочка заряжена, и мы бежим скорее, быстрее в наш Twilight Forest, сумеречный лес. Вот мы в сумеречном лесу, прям сразу загрузились возле Наги. У меня нет с собой лука, я даже не уверен, что стоит тогда пытаться с ней связываться. Ну, можно попробовать, если она будет нас убивать, то свалим. Ну, треснула она так неплохо. Ну-ка еще. Блин, а? Не очень удобно. Без лука не прикольно, мягко говоря. Давай, давай, мы тебя сейчас набуцкаем. Блин, она меня хорошо так бьет. Рунный щит помогает. Есть. Блин, ну это было вот несложно. Это было несложно. Старым добрым способом буду своим забираться туда. Вот так. Довольно-таки удобно. И довольно-таки быстро. Это быстрее, чем под себя блоки ставить. Как бы, или еще чем-то заморачиваться, какими-то лестницами. Все, вы залезли наверх. Спокойненько выламываем парочку досок. И заходим. Опа. Нет, так не пойдет. И я ни фигушечки не слышу пауков. Скорее всего, здесь нет спавнера. Ой, чуть не спрыгнул. Да, подозреваю, что на этом дереве спавнера нет. Ну, как бы и не страшно. Так, смогу ли я допрыгнуть? Да, смогу. Просто упасть надо. Так. А на этом дереве... Я наверху. И опять я не слышу спавнеры, блин. Это плохой знак. Ну-ка. Тишина. Мы бы уже услышали паучков. Абсолютно точно.
Так, я наверху еще одного дерева. И пока что не слышу паучков вообще. Мне прям везет. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Логичная, да, игра? Куски грязи в воздухе ставить один к другому, и они висят. О, я слышу, слышу. Вот же он, вот. Вот он наш первый спаунер. Так, и мы войдем в него как герои. Вот так, прям на... прям на спавнер. Еее. Ну-ка. И здесь... Чаром жизни и морковка. Понятно. По-моему, вон там второй спавнер. Да. И тоже так же войдем. Не так же получилось. Получилось совсем не так же, почему-то. Опачки. Я даже не смел мечтать. В прошлый раз мы его искали сколько времени. Это ж вообще супер, супер, блин, как я доволен. Вообще шикарно. Пробуем спуститься и посмотреть теперь, блин. Ой, как смело. Ой, все, живой? Да, все хорошо. Рунный щит помогает. И наши ботиночки, которые с зачарованием на... Как его? На невесомость, вот. Ой, блин, ой, ой. Фу. Вы это видели? Нам обязательно что-то нужно на шелковое касание. Я зачарю топор. Ну, пусть будет металлический, какая разница. Да? Без разницы. Шелковое касание. Шелковое касание только один, по-моему, уровень. Поэтому не заморачиваемся. Готово. Шелковое касание один. И вот так. И вот оно, вот такое красивое дерево шахтера. Вообще шикарное. Мне очень нравится. Ну, мы заберем сердечник из него. И его срубим. Ну, и я думаю, что вся вот эта вот удобность и красота... Красота. Пропадет, потому что мы воткнем сейчас сюда сердечник. И начнем долбить просто все в подряд. Все, что будет приползать. И здесь скоро образуется огромная дыра. Просто дырища непонятных формов и размеров. Наверное, надо единственное, что его подальше от входа все-таки поставить, чтобы лестницу не раздолбать. Вот так вот. Да, ресурсов будет очень много. Очень. Здесь у нас лава. Ну, давайте вот здесь можно осветить. И вот здесь и фармить. Вот сюда я его поставлю. Поставил. Единственное, что он не притягивает, по-моему, это уголь. Ну и слава богу, потому что углем бы все просто заполонило тогда. Угля-то много. Кладки все большие. Очень-очень радует то, что этот сердечник притягивает все руды. Ну, кроме угля, как я уже говорил. Даже руды из Таункрафта. То есть эти моды между собой неплохо взаимодействуют. Ну, как бы и на всех серверах, там, и все, кто делает сборки по Таункрафту, все добавляют Сумеречный лес. Вот я не видел людей, которые бы не добавляли. Может быть, я просто не видел. Ну, да и ладно. Ну и, в общем-то, вот так вот здесь можно тусоваться и все собирать. Если оставить этот сердечник здесь, ну, минут на 10, здесь просто будет комок, огромный рут, который надо будет еще прийти и собрать. Ну и пока там все набирается, я думаю, что мы займемся изучением. Я изучил адские виллы, изучаются они просто... Ну, щелкнуть по иконке, как бы, если у вас есть необходимые аспекты, они изучатся. Соответственно, чтобы их сделать, нужно таум меч положить на
алтарь и наполнением красная пыль и кварц. Infernus Machina Potentia. Ну, соответственно, берем стак адского камня, закидываем в нашу беспощадную машину. А вот и машина. Сразу нужная эссенция. 3-4 Инфернуса. Погнали. Вот тебе Инфернус. И Потентия. Ну, Потентию-то я делал. Вот она, Потентия. То есть, Потентия у нас в наличии. Сейчас мы ждем просто Инфернус. Нужно разложить на... Здесь меч. Там меч. Редстоун 3 кварца. Вообще, как нефиг нафиг. Там меч. Редстоун. И кварц. Будем вот так ставить. Так. 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 И так. Вот и все. Окей, а вот теперь пока делается Инфернус, мы спустимся и посмотрим, что там в подвале произошло. В принципе, чанг-то прогруженный, да? Должно быть все нормально. Берем кирку и... Посмотрите. Блин, реально это даже смотрится красиво. Как будто это специально кто-то делал, красоту наводил. Офигенно. Офигенно, ресурсов просто море. Наконец-то мы не будем ни в чем нуждаться. Шикарно. Блин, алмазов-то сколько подтащило. Вообще... Я думаю, что надо будет даже сходить в сумеречный лес с этим сердечником. За счет того, что там глубина, ну, то есть до бедрока там, по-моему, то ли 30, то ли чуть больше. Ну, по-моему, не больше, около 30 блоков. И там очень неплохо будет подтягиваться вообще все руды. Сейчас я все это соберу и покажу вам, сколько получилось. Смотрите, я вот устал собирать, металл просто прет со всех сторон. Металла будет очень много, как только вы поставите металла. Ну, это одна из самых таких распространенных руд, так скажем, да? Поэтому металла будет дофигища. Вот что я собрал. Кристаллы, получается, раз, два, три, четыре, пять видов, кроме черных, да? К сожалению. Черные, наверное, либо самые редкие, либо мне просто не повезло. И их рядом не было. Ну, как бы, неважно. Черных мы нафармим тоже. Ну, и как бы, вот я сейчас оставлю его. Пусть он здесь стоит. Он соберет, ну, в том радиусе, в котором сможет, он соберет все. 45 алмазов, охренеть. Вот фук-фук, вот эти звуки, это все руды подскакивают. Блин, как же быстро я бегаю. 64 патентии. Еще раз смотрим. Лучше всегда убедиться лишний раз, чем потом офигеть. Ну, как бы нам столько не надо было, да. Незаметная нестабильность. Но учитывая, насколько мы стабилизировали алтарь, я думаю, что можно вообще вот так стоять. Но мы так не будем, конечно же. Просто встанем в стороночку. Но нестабильности я не ожидаю вообще никакой. Интересно, можно ли чарить эти виллы? Ну, мы сейчас узнаем. Все? Все или не все? Та-дам! И вот они, наши виллы. Шикарно, шикарно. Я хочу проверить. Да, их можно чарить. Да ладно, адские виллы можно чарить. И вот последний орден набирается. Готово! Крутые адские виллы. Я даже думаю, что я буду ими, наверное, пользоваться. Ну и тогда изучаем дальше. Клетка гнева. Насколько я понял, мне надо изучить ее. Я читаю, конечно, комментарии, я все помню. И поэтому мы будем изучать клетку гнева. Вот еще чернила. Ну, листочки, если что, мы сделаем. Не проблема. Открыли и вставляем. Бестия Ира... Айра. Гнев, злость, ярость. Прикольно. И механизм. Окей. Бестия. Это порядок. Айра. Огонь. Ну да, в принципе, можно. Окей. И механизма то же самое.
Вот так, вот так. Отсюда мы можем уйти в Ордо. Ну, а из Ордо мы пойдем в огонь. Вот таким вот образом. Это было несложно. В чем у нас есть огонь, и оно дешевое? Где-то должен быть этот ножик. Ну, наверное, да, в нем. Вот так. И в Айре тоже ножик, да? Ножик. Огонь. Свечка, свечка и огонь. Вот и все. Вот и все мы изучили. Так, клетка гнева. Посмотрим, что это такое. 4 осколка гнева, 4 алмаза, блок таум металла и 3 банки. Не кислый такой крафт, надо сказать. Ну, вот эти осколки, по-моему, выбиваются из свинозомби. Бестия, аэра. Аэра, я даже не помню, в чем это есть. Иногда недостаточно просто убить. Так. Вы обнаружили способ создать спаунеры монстров, которые вы нашли в древних руинах. В отличие от обычных спаунеров, клетка гнева реагирует на сигналы красного камня, а не наличие человека. И она работает намного быстрее. То есть я могу рычагом включать ее, и как бы у меня постоянно будет спавниться тот, кто в этой клетке. Нифига себе. Тем не менее, вы не смогли воссоздать оригинальный метод. За каждое существо клетка требует эссенцию, которую нужно передать по трубам. Устройство будет принимать разные типы эссенции в зависимости от привязанного существа. Также может служить как топливо Ира. Клетка принимает Десайдия. Нажатие ПКМ по клетке адскими вилами будет применять цикл клетки между разными видами топлива, меняя потребляемую эссенцию клеткой. Чтобы привязать клетку гнева к определенному существу, нажмите ПКМ по ней с отпечатанным кристаллом в руке. Убийство совместимого существа адскими вилами, имея при этом отпечатанный кристалл, привяжет кристалл к монстру. А, вот оно что. То есть мы кидаем алмаз туда, где есть когнитивная потенция, и нам дается пустой кристалл и импринтинга. Прикольно. Но у нас же есть это все. Ну-ка, мозг и патентия. Окей. Сколько? Ну давайте. Ну-ка, встань нормально. 5 сделаем пока что. Не знаю, хватит у нас такого количества или нет. Ну, как бы не проблема. Вот так. Теперь кладем катализатор, правильно, и мы получаем пустые кристаллы. Окей. Ну, на 5 нам не хватит, нам хватит на 4, насколько я понял. Пустой кристалл импринтинга. Прикольно, эти пока пусть остаются здесь. И что мы будем делать? А мы привяжем к этому кристаллу наших друзей, товарищей. Багровых магов. Я не взял с собой лук. И это не прикольно. Но как бы... Я все равно попробую. Давай, давай, братан. Неплохо он мне так вписал. Что-то я из него поднял. И по-моему я душу-то забрал. Отпечатанный кристалл, багровый маг. Окей, окей, валим. Телепорт. Срочно домой. Все, пусть они там злятся. А у нас появилось 7 пустоты еще, плюс ко всему. Прикольно. Насколько я помню, оно тоже куда-то нужно. И отпечатанный кристалл с багровым магом тоже оставим. Шикардос. Ну, я предлагаю спуститься и посмотреть, что там произошло, пока нас не было. Удача 2. Где вот? Вот она. Пока нас не было, что произошло с сердцем дерева шахтера? Блин, я вообще буду сейчас в шоке. Посмотрите. Это просто пипец. Это просто пипец. И, кстати, вот она, наши кристаллики нужные. Как они там? Энтропийные, да? Но почему-то только 2. Ну, видимо, остальные подтянутся чуть позже. И обязательно освещайте. Иначе какой-нибудь крипер вот так вот подойдет. Пшш!
ничье, и все, нет вашего сердца. Придется новое искать. Более-менее я подсобрал все, но оно все прибывает и прибывает. Посмотрите. Опять инвентарь просто набивается ресами. И алмазы опять подоспели. Да, очень шикарное вот это, ну, вот шикарное дерево, дерево шахтера. И шикарный его именно сердечник у этого дерева. Ну, в принципе, пусть пока здесь тогда остается. Но скоро уже надо будет переместить в другое место. У нас теперь есть огонь, эссенция жидкая. Давайте воспользуемся. По-моему, больше я не делал, да? Только одна банка. Ну, поставим ее вот где-то вот так, да? И закинем туда все наши руды найденные. И погнали. И пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Вот так. Теперь все это выглядит. Смотрите, с какой скоростью переплавляется. Вообще шикарно. И, кстати, здесь можно поставить мозг в банке, и он будет собирать этот опыт в себя. Вообще, в самом неожиданном месте это изучение, вот оно. И, по-моему, легко довольно-таки изучается. Феймс, голод вожделения, вакуум сердца, окей. Люкрум, феймс. То есть мы можем его вот так соединить, окей. Нежить, понятно. И мозг, когнитио, тоже понятно, огонь, ну да, такое он, изучение не очень удобное, так скажем. Давайте попробуем в вакуус все это перевести, вакуус, вакуус, и пока что воздух. Окей, здесь мы переводим в мотус, мотус и воздух, окей. Когнитио переводим в спиритус. Вы исчерпали чернильницу. Окей, добавим. Переводим в спиритус. Вот так, пожалуй, да. А спиритус мы переводим в мортус. Угу. Мортус в пердитио. Пердитио в вакуус. И соединяем. Соединили. Здесь тоже возьмем вот так. И пердитио. Ну, вот, в принципе, если не вы знаете, как соединить, можете вот так вот сумбурно, как я это сделал. В принципе, без разницы, как вы это соединили. Главное, получить результат. И что? Что? Какая стоимость? У нас этих эссенций нет пока что. Сенсус, он находится в лазурите. А вот экзамен, экзанимис, я не помню в чем. Ну, а так, как бы, довольно-таки легко делается. Посмотрите, что происходит. Жесть. Сколько я опыта получил. И смотрите, у нас наконец-таки опять появились очки умений. Пу-пу-пу-пу-пу. А чтобы их отправить? Стрельба из лука. Может быть, меч все-таки? Критический урон. Давайте еще 5 сюда. Рыбалка? Нет. Наверное, нет. Кремень из гравия? Нет. Лук. Я думаю, что мы вот так вот сделаем. Все. Шикардос, шикардос. А на этом, друзья, мы будем заканчивать серию. Уже очень много всего сделали. В следующей серии продолжим заниматься таункрафтом. Я хочу уже подготовить комплект снаряжения, чтобы пойти на дракона и спокойненько его убить. А на дракона я хочу взять с собой костяной лук. Неплохо так зачаренный. Вот. И в следующей серии этим займемся, а после дракона уже сможем постепенно начать изучение Draconic Evolution. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если понравилось. Пишите комментарии, мне будет приятно. Всем пока.